Здравствуйте, я, наверное, озвучу мечту многих жителей Ярославского шоссе. Я очень хочу, чтобы улицу Проходчиков не расширяли, чтобы под нашими окнами не проходило две полосы туда и две обратно. И я еще очень хочу, чтобы вернули лавочки на аллею, которая располагается около нашего торгового центра. Раз еще, как это было Мосмарт, а сейчас какое-то у него то ли твое, то ли свое. А, наш маркет. Вот. Еще я очень хочу, чтобы проложили дорожки там, где сейчас мы топчем газон. Нам очень стыдно топтать газон, но мы люди, мы движемся по каким-то своим инстинктам и ходим там, где нам удобно, чтобы архитекторы прислушались и проложили дорожки. Спасибо.